Сейчас я покажу, как вяжется схватывающий узел прусика и как он работает. Вяжется он следующим способом. Мы берем петлю из репшнура и вокруг веревки 10-миллиметровой вяжем схват. Вокруг веревки, по которой мы собираемся взбираться, к примеру. Делаем 3 оборота. Это важно. Пришли к выводу, что 3 все-таки это оптимальное число оборотов. Умные люди. Поправляем все перекрестки. И вот так вот выглядит. Подтягиваем его. Вот так выглядит схватывающий узел. Встегиваем. Здесь вяжем на конце двойной проводник. Показывать, как его вязать, я не буду. На канале это есть. Посмотрите, если интересно. И как же он работает? Когда мы ползем вверх, мы спокойно передвигаем его. В случае срыва, когда мы срываемся, резко мы дергаем. Сейчас. Не хватает немножко нагрузки. Вот, мы ползем. Ползем, срываемся, он держит. Ползем, срываемся, он держит. Когда он только завязан и расслаблен, он может протравить сантиметров 10-20. Но в любом случае он схватит. Мы спокойно раз-раз-раз ползем, срываемся, он схватился. Опять можем спокойно передвигать. В случае срыва он схватывается. Вот это схватывающий узел прусика.